Добрый день, дорогие друзья! Сколько эмбрионов переносить в полость матки? Одного или двоих? Все врачи, акушеры-гинекологи, репродуктологи однозначно говорят одного. Почему? Потому что риски возникновения осложнений при многоплодных беременностях гораздо выше, чем при одноплодной. Во время беременности повышаются риски развития эклампсии, повышаются риски развития анемии женщины, повышаются риски гестационного диабета. В послеродовом периоде у этих женщин чаще развиваются послеродовые кровотечения. При многоплодной беременности чаще проводится кесарево сечение. У женщин с двойней или тройней чаще всего бывают преждевременные роды. Преждевременные роды имеют также осложнения. Это риски рождения детей с патологией, с патологией сетчатки глаза, с патологией нервной системы. Это риски рождения детей с ДЦП. Мы в клинике переносим одного эмбриона. Будьте здоровы!